Привет, ребят, это на Мерси Радио, сегодня у нас 12 июля, клуб Шале, правильно я называю, да? Концерт группы Натрий в себе. Как вам здесь вообще обстановка в клубе? Потрясающе вообще, я восхищен. А вот окружающая местность, вот эти развалины, заброшенные заводы? Да, все круто, на самом деле мы недавно только играли здесь 5-5-2, я не знал, что от клуба ожидать. И вот когда приехали, посмотрели все это вокруг, то прям даже порадовались, что в итоге концерт Натрий тоже будет здесь. По-моему, это восхитительно, мне очень нравится этот здесь стайл. Мне кажется, одно из, наверное, немногих мест в Москве, где есть какие-то там деревья, свежий воздух. Я так понял, тут трасса какая-то. Горы, леса. Да, тут что-то с горнолыжным, да. Вот, это так предпоследний у вас концерт, да, вот перед завершением тура Acoustic & Rap. Это уже второй, да, ваш тур Acoustic & Rap? Первый прошел успешно, и вы решили сделать второй как-то? Ну, первый майк один я делал индивидуально, я был в загасе. Ты был наказан? Я был в запое, да. Шучу. Была зима, я решил поехать один, просто проэкспериментировать вообще, что получится из этого, потому что я не работаю, ничего не делаю, вот, и очень люблю выступать. И как Россия отреагировала? На удивление, очень круто. Зимой, ну, и зимой людям делать нечего, в принципе, вот, холодно, они идут в клубы, и я очень удивился, на самом деле, в большей части городов было немало народу. Ходят по клубам, а не по подъездам. Да-да, вот. Ну да, поэтому решили. Это здорово, да. Слушай, ну вот сейчас, после этого концерта вы будете еще 19 числа в Питере, и все, где-нибудь еще можно вас услышать потом? Мы, наверное, пока возьмем перерывчик, потому что нам надо наконец доделать альбом новый. Потому что мы его делали, и в итоге у нас есть там наработки на весь альбом, но так мы их и не доделали, потому что уехали вот в тур. Вот я, насколько понял, осенью вы уже собираетесь в новый тур в поддержку нового альбома. То есть до осени нам ждать этот альбом, он появится. Мы надеемся. Мы тоже, мы тоже. Дай бог, да. Электрическая эмо-песня. Это будет как-то отдельным синглом или уже в альбоме? Она войдет в альбом, но она выйдет отдельным синглом раньше, вот уже скоро. На самом деле она уже должна была выйти, но я никак не могу ее записать. Все бы ничего, но просто не записано. Ну да, не было бы счастья, да несчастья. Просто у меня небольшие проблемы в последнее время с вокалом, и плюс тур, он очень сильно отвлекает, не дает восстановиться. Ну как отвлекает? Все как бы нравится, но не дает времени просто, чтобы записать эту песню. Но она настолько необычная, что тут, ну как по мне, равняться... Как бы не на кого, не с кого слезать, поэтому и больше времени уходит, приходится все заново изобретать. Ну да, а вот прошлый ваш сингл, вы прямо его вместе с клипом решили? Это было мучительно долго. Поэтому он так и задержался, то есть песня лежала готовая уже, наверное, за недели три, за месяц до выхода. Но мы решили выпустить вместе с клипом, так, чтобы больше эффекта все это приобрело. Ну да, здорово, мне понравилось. Ладно, спасибо, ребят, что пообщались, буду рад вас видеть еще где-нибудь. Хорошего концерта. Все, пока. Спасибо. Заходите, крутите наши песни. Обязательно. Умоляю минуты уйти, но на смену приходят недели и дни. Рваные ткани, минуты — это все, что осталось.